Всем привет! Не успел я только недавно выкатить видос, как изменить новый дизайн Ютуба на старый, как эти перцы снова все сломали. И теперь этот видос больше не актуален. Возможно, временно. Но не стоит мочить трусы. Сейчас снова приколхозим старый дизайн. Итак, для этого нам понадобится просто одно расширение. Называется оно User Agent Switcher. Есть как для Opera, Chrome, Lisy, Edge. Да, короче, видимо, для любого браузера есть эта приблуда. Начну с Lisy. Переходишь по ссылке и устанавливаешь это расширение. Как видишь, YouTube все еще с придурочным дизайном. Теперь просто нажимаешь на иконку расширения и выбираешь Google Bot. Также поставь галку Now Rate for Domain. Теперь еще нужно перейти на любую другую страницу и снова нажать на расширение. И теперь уже выбрать по умолчанию, потому как другие ссылки перестанут открываться, если будет использоваться Google Bot. Теперь Chrome. Делаешь все то же самое. Переходишь по ссылке и устанавливаешь дополнение. Переходишь на YouTube, также жмешь на расширение, идешь в самый низ и выбираешь Google Bot. Теперь еще нужно поставить галку на «Запомнить последний используемый юзер-агент при запуске». И снова нажми правой кнопкой по расширению и здесь выбери только YouTube. Есть один недостаток, на некоторых видосах пропадает кнопка «Еще» в описании. Для Edge все аналогично, да и для Opera тоже. Все, наслаждайся старым дизайном.